Так, все, еще раз всем привет. Сейчас покажу один из своих любимых переворотов из закрытого гарда. Его можно делать как в ситуации, когда человек и стоит на коленях, да, там сушит схватку, как-то прижимается к нам, и когда человек поднимается на ноги. То есть, в принципе, нам без разницы. В этом положении, да, мы забираем всегда диагонально ручку, и вот здесь штанину можно прихватить, но я чаще всего стараюсь соперника вывести на себя и правой рукой прям сразу залететь под его бедро, вот сюда. То есть неважно, выставил он ногу или согнул наоборот, да, там рука застряла. То есть моя задача просто его чуть-чуть вывести в сторону, при этом контролировать руку и держать под ногой. И дальше я начинаю работать ногами, постепенно начинаю залезать на него наверх, вот сюда. То есть правая нога под... Под его плечо. Как дела? Выбивает, да. И далее тазом я доворачиваюсь. Выхожу в классическую плацу. Вот отсюда, вот сюда. При этом всем я добавляю мах ногой. Очень сильный мах ногой для того, чтобы перевернуть соперника. То есть я развернулся и толкаю. И получается, он переворачивается вперед. Честно, я не очень верю в сам болевой омоплату, потому что сколько раз вот не пытался, да, люди закрывались как-то, не давали работать именно на болевой. Поэтому, то есть не зацикливаемся на этом, а стараемся именно человека докрутить. Со стойки еще легче, то есть, да, обычно закрытый гард, как мы приходим, соперник начинает подниматься. Здесь нам не надо никуда его раскачивать, заходить, мы сразу под пятку вот сюда ныряем, таз мы расслабляем и опускаем. И махом ногами, опять же мах, вот здесь самое важное, это мах ногами. Запускаем его туда. Раз. S-mount. Встали, 2 балла забрали. Еще раз. То есть вариант, как он, когда он сидит, да, мы на себя ногами, рука зашла сразу. И отсюда, раз, и ноги, мах, через S-mount встаем. И вариант, когда он садится, он встает. Раз, он вскакивает на ноги. Мы всегда держим эту руку. Да? Под ногу, да, таз расслабляем и делаем как бы мост вверх и ногами направляем в сторону. Раз. Вот сюда. Смал. Давай, раз, два, три. All right.